Я замечу без обмана, Клинский в паспорте, Романов. В будний день и выходной для волжан отец родной. Евгений Петрович. Спасибо. Это случилось вот. Такой стишок, да. Такой. И он оказался прозорливым. Пословица называется. Русская пословица правильно гласит. Не живи как хочется, как Бог велит. И живет словесное на Руси скрижать, заповедь небесную создавать не жаль, ту скрижаль пословицу не суметь украсть и не разжигает в человеке страсть. Она Слово Божие унесла в народ, все сердца заблудшие к Богу повернет. Русская пословица правильно гласит. Не живи как хочется. Как Бог верит.